организации Фиэту дали такой шанс, как проявить себя в восьмерку. А, такой еще момент. Ты раньше тренировался вместе с Виталием, и все надеялись и думали, что он будет восьмым участником. Вот. Как ты относишься к самому Виталику? К Виталику очень дружно. Мы тренировались, и как бы друзья остались и были друзьями. В восьмерке будут драться такие бойцы, как Йонкус, Шнейдмиллер, Денис. Также там будет Матеуш Копец. Вот, довольно-таки серьезные соперники. И на тебя возложена очень большая надежда. Конечно. Буду драться до последнего. А вот ты на данный момент где находишься, где занимаешься? Тренируюсь в Москве в бойцовском клубе «Файтбаза». Вот, под руководством тренера Максима Игнатенко. Вот там я тренируюсь по кроссфиту, провожу тренировку по тайскому боксу, по боксу больше там такие вот тренировки комплексные. Так, и Сереж, такой последний вопрос. Вот ты уже приедешь, можно сказать, домой и вот на участие в таком грандиозном и масштабном шоу. Какие ощущения у тебя? Ощущения, нормальные ощущения, просто не первый раз, как бы. Ощущения там очень даже, как бы, ровные, так знаете. Тогда до встречи уже 28-го, и надеемся, что победит сильнейший. Спасибо. Все, спасибо тогда. Спасибо, увидимся.